Здравствуйте, уважаемые зрители. Сегодня мы делаем достаточно необычный выпуск. Мы сегодня будем биться за защиту прав потребителя. Полгода назад в магазине Euro Baby Shop была куплена детская коляска. Через полтора месяца эксплуатации этой детской коляски у нее развалились колеса. Вскрылся корт и вылезла камера. Пришли в этот магазин и попросили обменять не всю систему, не всю детскую коляску, а только получить новые резиновые колеса. На что было отказано. Соответственно, нас это обидело, потому что нарушен закон о защите прав потребителей. Что мы сейчас хотим? Мы заранее провели экспертизу, и экспертизой установлено, что данный брак является заводским. Вот, экспертиза. Соответственно, согласитесь, в такой ситуации магазин уже открутиться невозможно, правильно? Но, так как мы уже с ними общались, мы знаем, что они, ребята, смелые, на закон о защите прав потребителей, им глубоко наплевать, и наши требования не удовлетворят. Будут, как и в прошлый раз, бегать и говорить о том, что такие вопросы они не рассматривают, и к ним это не имеет никакого отношения. Но нам это только на руку. Объясню почему. Если мы сегодня вернем им эту детскую коляску и получим деньги, то мы получим исключительно ее стоимость 17 тысяч рублей. Но если мы пойдем в суд, то мы получим, первое, стоимость этой детской коляски 17 тысяч. Если мы будем судиться дольше 100 дней, то мы получим 100% стоимость этой коляски. То есть за 1% от ее стоимости за каждый день просрочки исполнения с их стороны обязательств, которые они должны были выполнить. Третье. Мы получим стоимость экспертизы, которая составила 5 тысяч рублей. Мы получим компенсацию морального вреда. И также судья будет вынуждена оштрафовать их на 50% от тех денежных средств, которые получим мы. По общим прикидкам, их убытки составят 120 тысяч рублей. И вот посмотрим, что перевесит. 17 тысяч сейчас нам отдать или 120 тысяч отдать через суд. Нам через суд, повторяю, лучше. Помимо того, что мы получим порядка там чуть ли не в 10 раз больше, мы еще получим несколько видео этих роликов, чтобы вам показать, как отстаивается право потребителей. Мы покажем, как проходит суд, и потом вам расскажем, как взыскивать эти денежные средства через банки, потому что магазин после того, как суд проиграет, они добровольно не захотят нам выплачивать деньги. Пойдемте попробуем. Сейчас мы были вынуждены прерваться, потому что продавец сказал, что он здесь находится в единственном виде, и поэтому нам надо обслужить потребителя, который подошел сюда до меня. Но как мы видим, что и здесь продавец врет, потому что вот еще один продавец, вот еще с ними, пожалуйста, еще один продавец. То есть даже в этом они нас, к сожалению, обманывают. Все, вы готовы? Купили коляску ненадлежащего качества. Соответственно, просим. Экспертиза проводить? Нужна? Конечно. То есть если вы же говорите о ненадлежащего качества, вы должны были провести экспертизу, чтобы доказать, что это ненадлежащего качества. То есть если есть экспертиза, вы мне вернете деньги? Я вам ничего не верну, это будет разбираться в офисе. Звоните в офис, давайте позвоните, мы с ними пообщаемся. Вот он, офис закрыт. Звоните своему руководителю. Понедельник. Почему в понедельник? Потому что рабочий день. Ну звоните, у вас что, телефона нет вашего руководителя? Личный прямо. Телефон? Я не имею права никому давать. Мне он не нужен, вы ему звоните. Я у вас еще раз. У него суббота разрешение в выходные. Ну, соответственно, вы сейчас мне отказываете в возврате ненадлежащего товара, потому что вы не хотите этого делать, потому что вам надо звонить руководителю, вы не хотите этого делать. У вас нет заключения экспертизы, всего хорошо. С чего вы взяли, что у меня нет заключения экспертизы? Смотрите, сразу поясняю. Почему мы сделали заключение экспертизы до того, как прийти к продавцу? Так как в 100% случаев крупные магазины уже имеют своего эксперта, и если основа вот этой коляски будет передана именно экспертизу, то экспертиза в 100% случаев установит, что это наша вина. Но мы экспертизу провели заранее, и экспертиза установила, что данный брак является заводским. Вот, пожалуйста, экспертиза, которая подтвердила, вследствие чего дефект признается скрытым производственным. То есть это возникло из-за того, что вы продали мне товар ненадлежащего качества. Вот экспертиза. Это подтверждаешь. Вот товар ненадлежащего качества. Вы хотели получить экспертизу, чтобы выплатить мне деньги. Прошу выплатить. Также прошу вас выплатить мне стоимость экспертизы, которая стоила 5000 рублей. Понедельник. Какой офис? Еще раз. Мужчина, у вас закон о защите прав потребителей. Я вам дал уже с ним. Укажите мне, пожалуйста, где написано, что я должен обратиться. На это есть юридические... То есть вы нам отказываете. Мало того, что мы пришли сюда, вы были без перчаток в нарушении требований законодательства в рамках пандемии коронавирусной. Вы говорите о том, что вы не забираете, имея на руках экспертизу, которая подтверждает, что это их вина в том, что продано ненадлежащее качество, он нам отказывает прямым текстом.
Вы же понимаете, что потом десятки тысяч людей на Ютубе посмотрят, как вы. Снимите, пожалуйста, название как раз Евро Бэйби Шоп, где мы приобрели указанный товар. Конечно, вот экспертиза, которая подтверждает. И обратите внимание, почему... Все предложения, жалобы в офис. Смотрите, но... Да ни в какой офис, что вы чушь городите, какой офис, вас чему научили какой-то глупости. Но, помимо прочего, мы заранее подготовили досудебную претензию, потому что мы понимали, что таких продавцов нерадивых много. Вот она, досудебная претензия, да, со всеми приложениями. Я вас не оскорбляю. Нерадивых вы супруги дома так общаетесь. Вы даже не знаете значение слова «нерадивый». А говорите, что это оскорбление. Вот, досудебные претензии, которые я вам передаю. Хорошо. Здесь приложены результаты экспертизы. Хорошо. Прошу вас ее получить и на копии расписаться в получении данной экспертизы. Вот копия. Прошу вас указать свою фамилию, имя, отчество, поставить дату и подпись в получении досудебной экспертизы. Ой, досудебной претензии. Вот она, досудебная. Полный комплект. Обратите еще раз внимание, для суда нам отказали в наших законных требованиях, и для зрителей YouTube, имея экспертизу на руках. Им на это глубоко наплевать. Вообще, вы хоть это культурно общаетесь, а то это... Зрители, которые будут смотреть, неправильно поймут. То, что вам наплевать, вам наплевать то, на все. Вам наплевать на тех, кто у вас покупает? Мы когда вас покупали, почему мы купили, кстати, в этом магазине? Потому что они сказали, что при возникновении любой малейшей неисправности с детской коляской, они сразу вернут деньги. Этим они нас как раз таки подкупили. Сейчас же, видите, да, сами? Мужчина, такого разговора вам никто не мог сказать. Видите, уже не могли сказать, уже что все. Любая какая-то претензия, вам вернут сразу деньги. Такого разговора здесь никогда не было. Здесь везде видите, уже, к сожалению, не было. Записываются все разговоры, мужчин. Вот прям на ресепшене стоит камера, и она вас пишет. Прекрасно. Ну, мы вас тоже пишем. Ну, хорошо. Ну, вам же такого никто не говорил, а вы вроде стоите. Не говорили. Как раз говорили. Вы нам как раз таки продавали эту коляску. И на документах как раз стоит ваш номер телефона, ваше имя. Вот у вас приложен чек. Расписывайтесь, пожалуйста. Пожалуйста. Я вам продавал, и за 3 с лишним года я еще ни одному клиенту не сказал, что если какие-то возникнут вопросы, вам вернут деньги. Да? Да. То есть вы лжете. Зачем вы сейчас обманываете? Объясните. Вы лжете. Я лгу? Да. Это вы лжете. Если бы мы знали, что мы я с таким столкнемся, мы бы вашим... Я могу максимум Слушайте, сказать. Давайте говорить по очереди, да? Давайте не будем перебивать. Ну, люди культурные. Если бы мы знали, что мы столкнемся с тем, что покрышки на детской коляске через 1.5 месяца сотрутся, то мы бы здесь в жизни ничего не купили. Вы вот здесь расписываете. Это ваши копии. У вас коляска приобретена 22 марта. И что? Ну, вы же говорите 1.5 месяца. 1.5 месяца эксплуатации. Мужчина, ну опять же, уже 22 марта уже прошло более полгода. Еще раз объясняю, на данный товар эксплуатация начинается с момента рождения ребенка. Когда он родился, ее стали эксплуатировать. Хорошо, это составило 1.5 месяца. Хорошо. То есть, если вы не разбираетесь, зачем говорить? Попросите, вам проведут курсы по защите прав потребителей. Разъяснят, как вы должны удовлетворять требования потребителей. При экспертизе. Мы вам экспертизу сейчас принесли, вам глубоко наплевать на это. Пожалуйста. Смотрите, соответственно, у них сейчас есть время для того, чтобы сообщить мне свое решение. Естественно, они откажут нам в удовлетворении наших законных требований. Также на камеру отдельно прошу, так как вес этого товара составляет более 5 килограмм, то я вам его готов доставить, но вы должны будете мне компенсировать стоимость доставки его. Либо самовывоз, пожалуйста. В Подмосковье, город Дмитров, ждем вас за указанный товар. Но мы сомнений даже не испытываем о том, что нам будет отказано, и решать данный вопрос мы будем через суд. То есть, если бы магазин был намерен заранее удовлетворить наши требования, то, соответственно, нам бы деньги уже выплатили. Несмотря на то, что экспертиза у нас на руках, которая подтверждает виновность магазина. Так, сейчас посмотрим, что написали нам на досудебной претензии. Принял, такой-то, такой-то. Все, расписались, в подтверждении передали. Теперь ждем от них ответ. Ну и дальше, естественно, пойдем посудимся. Все.